фара! Фара! Вернись! Фара! Да будет трэш, да? Ой-ой-ой, 53, система нибель. Хопа. Ни-ни-ни-ни-ни-ни, они не пой... Да ёпа-дёпа-дёпа! Чё за фигня? Уномана! Вы чё, мана, а? Хопа! Я чё-то не понял, а чё-то такой дерзкий король, блядь. Помоги мне! Да, блядь, дай мне помочь, дура тупая. Ай-яй-яй. Помоги мне! Да не ори, блядь, дура тупая. Сзади! Сзади, блядь. Блять, ты дохнуть. Ты посмотри, он блокирует, блять, удары этот ебланище, блядь. А, ну синий, наверное, все-таки жестче, да? Да, блядь. Да что ж ты дохнешь так долго, сука? Тупой. Масаран, пацаран, а? Мужики, вы не на того напали, мужики, а? Нихера себе, вы чё там, расплодились, что ли, блядь? Так, я чё-то не понял, это... Ты чё, блядь, за напряг? Так, подожди, вот этого... Да... В смысле, чё за ебатня тут происходит? Объясните мне, пожалуйста. На! Да... Да, блядь, ну что такое? Я, блядь, нажимаю эту хуйню. Да... Блядь, вот как это проходить, когда... Да в смысле, блядь, я ударил его? Че за нахуй? Блокиратор хуев, блядь. Вот как его бить, когда, блядь, бьют меня так, а, блядь? Помоги мне. Блять, а кто бы мне помог? Ты заебала, тупая баба, блять. Так просто, блять. Реально, блять, так просто. Хули они так часто появляются, блять. Чё за тупой рандом, блять? Блять, как будто рожает, блин. Блять, добей ты этого хуесоса, а? Да блять, ну что за хуйня, ну чё за скриптованная дебилизмая пута? Лабута, блин. Блять, три чё... Какие три, блять, лезут, блять, постоянно? Они чё, блять, постоянно респаунятся будут, а? Блять, ну дай песок забрать этого... ящера, а? Да блять... Да, блядь, забери ты песок, сколько можно? Пиздец, песок заполняется. Какой хуйней заполняется, что, блядь, ничего не заполняется, а? Блядь, а как бить этого ишака? Объясните, пожалуйста. Как его бить? Как его бить, вопрос? Он блокирует ебучие удары, все блокируют ебучие удары, блядь. Там, блин, ну чё за херня, блядь, вопрос? Помоги на миллион мне. Лабандос, а? Помоги мне. Помоги мне, помоги мне, блядь, ты помоги зациклилась мне. На помоги мне, блядь. Помоги мне. Блядь, как ты тупая помоги баба мне. Заебала, а? Помоги...
Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Я понимаю, песок там заполниться мог бы, а? Да блин, ну дай мне ударить, блядь, заебал! И чё я могу, блядь, песок не работает, чё я могу? Чё, блядь, я постоянно не подняться буду, блядь? Помоги мне! И чё? Ну и чё за ебатня? Как это проходить, вопрос? Песок, блядь, вообще не заполняется. Как песок заполнять, вопрос, блядь? Ну в смысле, я бить не могу никак, вообще, блядь, блокиратор не работает, блядь. Как? Как их бить, вопрос? Е, блядь, хуе, блядь. И как его бить? Ну все, ты без своих последователей остался, еблан. Давай. Фара, ты будешь стрелять, нет? О, блядь, подожди, что-то уже есть, блядь. Да ёб твою, в смысле? И чё? Да сколько можно, блядь, долго, нет? Блять, чё за ебатня, вот вопрос. Что это за хуйня, вопрос? А? Это, блядь, сохранение, оно нихуя не работает, блядь. Ай-ё-ё-ё. Понял, да... Да... О! Нихуя себе. Мне очень жаль. Чего? Я знаю, что это такое, потерять отца. Это был не мой отец. Что ты делаешь? Остановись! Давай, уже будем отсюда нафиг. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так вот, как ты благодаришь за то, что я спас твою жизнь? Ты не понимаешь. Мне нужен этот кинжал, чтобы исправить... Чтобы исправить то, что я наделал. Конечно, ты думаешь, что я идиот. Я понимаю, что ты не доверяешь мне, но как бы мужественно ты ни сражался, тебе не победить этого врага. Песок будет распространяться. Он пожрет все. А тебе говорят, что ты добрый и мужественный. Пожалуйста, поверь мне. Помоги мне найти песочные часы. Они находятся в сокровищнице Султана, на вершине башни рассвета. Откуда ты знаешь это? Я просто знаю. Пойдем со мной, если ты так настаиваешь. Но я предупреждаю тебя, я хожу очень быстро, так что не отставай. Зато мы знаем теперь, куда нам, да? А подожди, а...
Подожди! Бля, красивые места все-таки. Так. Да подожди ты. Ты волновался обо мне? Наверное. Я прикрою тебя. Пожалуйста, не надо. Най-най-най-най-най-най-най-най. Мужики. Песочные мужики, да? О, блядь. Опа. Да... Да, блядь, в смысле? Что это за прикол-то, блядь? Мужики, а вы там страх не потеряли, нет? Да, блядь, отъебись от меня! Прощай. Все, подожди, сохранение. Ну ладно. О, блядь. Ну распотроши его, что сказать. Ясно, понятно. Убирайся отсюда! Да... Да нихуя себе, чё так сложно-то, а? Так. Осторожно. Что осторожно? Чё по-твоему осторожно? Что я хочу сохраниться? Что ты? Смерть песочного короля. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, подожди-ка. Стой! С тобой все в порядке? Сколько меня не было? Так долго? А что, если песочные создания вернутся? У них ничего не получится. Не здесь, по крайней мере. Так, я попытаюсь найти выход. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, подожди, я хотел чуть-чуть погромче звук сделать. Серьезно, голос такой тихий? Пиздец. Лады. Най-най-най-най-най-най-най-най-най. Ой-ой-ой-ой.
Выключатель, открывающий ее, находится на другой стороне. Вау! Чё за... С тобой всё в порядке? Оставайся там! Я попытаюсь найти путь внутрь. Ну да. Мы как обычно... Твою мать, я немножко не рассчитал расстояние. Так, подожди. Так. Най-най-най-най. Най-най-най-най. Так, подожди-ка. Нам, по сути же, сюда, верно? Или нет? Или да? Так, подожди-ка. Она пыталась украсть мой кинжал. После того, как я спас ее жизнь, она бы оставила меня там умирать. И вот я здесь, опять рискую своей жизнью ради нее. Но зачем? Хороший вопрос. Есть такое дело. Най-най-най-най. Най-най-най-най-най. Так, подожди. Чего? Понятно. Так. Мужики там ходят. Обычные мужики. Давай. Ой, ой, блядь! Вы чё нахуй? Опа! Хлопа! Жопа! Дрынк! Мужики! Мелочь есть, мужики! Так заебал блокатор! А чё песок исчез-то, блядь? Вы чё нахуй? Кинжал — это удар ножом, что ли? Понятно, ясно. Все ясно, понятно. Куда у меня? Куда? Я с тобой не разобрался, пузатик. Оп. Слышь ты! Вася, ты не окупел? Обратно в кинжал пошел. Васап. Опа-на. У меня есть одно правило, но оно не работает. На таких катаниках. Да блядь! Девушек не бывает слишком много. В смысле? Ты застряла в текстуру, но я пытался тебя спасти, но ты не понимала, как это любить без тоски. Ра-ра-ра-ра. Так. Так. Говорят, мужики делают, да? Опа! Да, блядь! На, так.
подожди. Ёб. Да, головоломка предстоит. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я не сомневался, что ты историю начнешь там откуда-то в следующий раз, принц. Ной. Вверх на башню. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Чё? Сюда что ли или куда? Подожди-ка. В смысле? От чего я умер-то, блядь? Всё понятно. Походу. Всё ясно, куда нам. Най. Ёб твою мать, куда, наверх что ли? Най. Воу! Вы серьезно? Да в смысле, блядь? Это сколько сейчас пытаться раз эту хуйню сделать? Ёб твою мать, вы чё, блядь? Да бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, как это сделать? Это пиздец. Чё лучше? Най. Так, подожди. Да, в смысле, как он отталкивается? Вопрос, вот как он отталкивается? А? Да, в смысле, он просто, блядь, прыгает, просто не может, блядь, оттолкнуться. В смысле, блядь? Он же... Ему раскачка в любом случае нужна. Да в смысле? А как? Там же оттолкнуться надо в любом, блядь, случае. Вы чё, народ? Да в смысле, блядь? Почему она не отталкивается нихуя? Как это делать? Вопрос. Да, в смысле, вот какого хуя он отталкивается от стенку не так, как нужно, вопрос, а? Воу, блядь. Ебать, вы серьезно? Ебануться, палки ебутся, а? Подожди. Если это... В какую-то комнату, в смысле? А как я это сделал? Подожди. Най. А что это за комната? А, опять комната наполнения, да? Най. Быстрей. Най. Моя фасаная. Так, подожди. Подожди. Понятно, у нас ничего не заполнено, да?
Блин, мне порой кажется, что я не за принца играю, а за какого-то старого, блядь, деда-пердеда. Подожди. Най-на-на-на-най. Ну, естественно. А там хоть в обратном направлении-то пиздовать-то надо или нет? Най-на-на-на-най. Опля, нихуя себе. Ага. Теперь получается сюда пиздовать, да? Я здесь, внизу. Я понимаю, что ты внизу. Вот ты где. Не ори. Давай больше не будем расставаться, хорошо? Хорошо. Там так спокойно. Это ужасно. Но так же прекрасно. Возможно, тебе? Ну да. Смотри. Да пролезай уже, блин, смотри. Пролезь уже, а. Ты немного слабовата. А может, ты не слабовата, да? Что это за место? Я должен найти способ спуститься вниз. О-хо-хо-хо-хо. Нифига себе. Спуститься вниз шикарно просто. Я не могу сделать это. Оставайся там. Давай. Я могу добраться до него. А я, по-твоему, что делаю? Блять. А можно сохраниться, нет? Я тогда подожду здесь. Хорошо? Ага, эта херня активируется потом, да? Твою мать. О, на-на-на-на. Так, подожди. Ну, естественно. Опа! А нас съели на этой неделе. Нифига себе, а можно было предупредить меня, что тут за время эта хуйня включается, нет? Ёб твою мать, а чё? В смысле, по второму кругу или чё? Или просто вернуться надо? Подожди-ка. Так, подожди. С тобой все в порядке? Я слышала странный шум. Ничего серьезного, спасибо. Не понял. А это нас толкнет, да? В этом углу есть еще один рычаг. Ты сможешь добраться до него? Ой, блядь. Подожди, ждем. Так, подожди. Най-на-на-на-най. Смогу, вроде бы, не? Давай. Ага, теперь вниз. Получилось. Да-да-да, давай быстрее, время идет. Теперь твоя очередь. Ой, бля, детский сад, вот честно. Честно-честно. Радио Ромашка. Ой, подожди-ка. Давай. Куда сюда? Теперь потяни рычаг. Я не тупой, Фара. Фара, Фара, Фарочка. Я могу добраться до него. Обязательно постоянно это комментировать, не? Теперь твоя очередь. Теперь твоя очередь, сэмпай. Ним-ним-ним-ним. Ладно. Потянем, как репку. Давай. Най, на-на-на-най. И что дальше? Оставайся там. Погнали. Агачу, папа. Но-на-на-на. Тут-ту. Ого!
Новый вид врагов. Вот это что-то новенькое, блядь. Опа! Кто-то там был, неважно. Главное, что это мясо, да? Опа! Ребят, я, конечно, все понимаю, что вы пиздатые, но я пиздачи. Опа! Най, най. Мужики, так нечестно, мужики! Ух, ни хера себя он бьет. Да, блядь, отъебись! Най. Дай мне этого. Куря завалить. Да и тебя тоже. Ничего. Да, блядь, заебал, мужик. Слушай. Иди в жопу, а. Да, да, в жопу туда иди. Место показать. Да, блядь, ты заебал. Умри. Да, блядь, заебал, мужик, блядь, сдохни. Да ты сдохнешь, нет, мразь тупая. Давай, сдыхай, блядь. Вот они жесткие, сука. Ну и куда? Чё с этими ящиками-то делать, блядь? Ебануться, палки гнутся, блядь. Ой, блядь, я понял, что с этими ящиками вообще ебатняк какая... На-на-на. Блядь. Мужики, вы заебали, мужики, блядь. Они честно, блядь, на всех так бороться, да, блядь? Ты, блядь, заебал! Сдохни ты, кувалда ебучая! Я, блядь, не знаю, вот куда камера наводится, вопрос, блядь. Да, блядь. Палка моя. Блять, заебал, мужик. Сдохни уже. Вот честно, заебал. Так, с кувалдой остался забраться. Слушай, ты заебал кувалдос, а? На. Да, блядь, ну в смысле он блокирует? В смысле он блокирует, блядь? Заебал. И чё с ящиками делать, вопрос? Хуй знает, да? А как к фаре-то добраться, блядь? Фара, нахуй. Чё, никак? В смысле, блядь, никак? Заебись. И чё с этими ящиками, блядь, делать? Куда их? Куда? Куда я эти ящики-то отправлю, блядь, алло? В смысле? И куда? О, блядь, нихуя себе, блядь. Я ещё должен... Блядь. Пиздец. Эй. Ну и куда ты будешь пихать это все, вопрос, а? В смысле? А куда? Блять, вот эти рычажки, серьезно? Блять, пиздец, ну двигай. Подожди. Ну двигай тогда. В смысле, что это дало? Блять, и что это дает, вопрос? Блять, я все равно не запрыгну на нее, блять, сука. А как? Это песок. Блять, ёбаный рот. И чё? И чё дальше? И чё куда?
Я нихуя не понимаю, чё куда? Подожди, может ты имеет... Да ёб твою мать, принц! Что с твоей... Что с твоей камерой, блядь? Это просто конченая камера. Ага, понятно. Да я-то осторожен, ёб твою мать. Сохраниться надо. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. Перестать что? Так, ладно, хватит, баба, тарахтеть. Так, это получается уже склад, да, 24%. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да не ори ты, открой этот рычаг, открой этот рычаг. Я в курсе, блядь, фара. Так, народ, мы, наверное, на этом остановим эту серию. Продолжим следующую серию. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч. Всем удачи. А всем пока-пока. Ты хочешь, чтобы я ушел, не закончив свою историю?